За дело берется мясник. Какой Тетчис на пятерке? Хотя бы Рики на коре нормально смотрится, но блин. Сталкер репорт получил, пидор ебаный. Чтоб не выебывался, гнида. Снайпер, как бы, хардовик у нас, Рики, он думаю, должен дамаг впитывать, сделать, он танк у нас, если что, как бы, держу в курсе. Химоза медовая, понятно все. Ну, а, кстати, проверку на дебила прошел. Наверное, просто тем, что крипов упустил. Этим и прошел. У тебя что, с перчаткой, что ли? Нет. Он с глазом пришел. Он до сих пор ни одну лужу не поставил. Не уж ему настолько наплевать на меня. Он меня даже вообще не ставит, то, что я ему противник какой-то, то, что меня гоняет надо. Просто пихуй. Я вас понял. А, он решил со второго левела лужу кидать, окей. А чё по стакам? Или он стаки будет позже делать? Вообще, это химик, походу, через фастовый ради будет катать. Да, он пошел стаки делать, надо эти стаки ему сразу заблокать. На опережение сыграю. Здесь стака нема. А какой курьер? Так подожди, он стаки что ли не делает? Или он просто заходил пачку зафармить? Что-то я не вдупляю. Он вообще все стаки не делает? Что ли? Почему? Ну, тем, что он себе стаки не делает, он себе... Эх, ни хрена себе плюха пролетела. Он себя очень много фарма лишает. Это что за хуйня? Вы что тут забыли? Мне и без вас здесь как бы нормально стоится. Не надо мне вас тут. Один такой на морозе экспу у меня подворовывает. Второй прошел мимо экспу, подворовал. Че, ты себе стаки не делаешь? Ну вообще-то делаю. Все, химик пошел себе стаки мутить. Я думал, я не дождусь. Так, ну окей, я пойду сейчас зафармлю тогда. Главное, чтобы этот молодой у меня экспу не забрал. Будет сделано. Вот это я понимаю. Даггер есть. Все, сейчас пойду опять споты блокать тогда. Раз там химоза решил в леса уйти. А, пришел, здесь нет ни хрена. О, лошара. Так, а стоп, а куда он ушел теперь на ДП? На мид? Ага. Оля-ля-ля. На меня напали. Сейчас сделаем. А я. Сейчас. Жестко душит, да? Вперед. Милый запах. Вот ты сёна. Кто ребро потерял, моё будет. Окей. Надо прям закупиться по-лютому, чтобы споты заблокать. Чтобы химоза не успевался нормальные артефакты покупать. Нетворс у него сейчас не особо от моего отличается. Ну не трожь меня. Ага, в мой лес решил пойти, хитрый какой. Я часть... Ух, ёпта. Вы что делаете? Может не надо, ребят? Может не надо? Через спирит весел сыграю. Заодно и монориген хоть какой-то появится. Туда, надо еще раз этот парня убить, он проще всех будет убиваться сейчас, не важно, у него там брейсеры. Блин, у меня ман не хватает, чтобы полностью каст реализовать в него с хуком. Ой-ой-ой-ой. Загрызь! Нормально. Даже когда ты колоритос не потерял. Все схвачено. Ну пока 5-0 играем. Только химику споты не заблокал до сих пор. Где-то на минуте 14 должен себе радик купить. Я вот не понимаю, почему Тэтчер заходит в их лес, но при этом не покупает ни центриков, ни хрена. Сейчас сделаем. Уже у нас пятерка. Ты чё? Мелкий. Блин, взял кентавра, угнал. Соло не вывезешь? Ну-ка. А мы не особо-то и проигрываем, судя по счету. Я думаю, по фарму проигрываем. Ну, от Рики отстали. Рики теперь тоже фармит.
До этого постоянно Тимбер гонял. Кстати, Тимбер там кого-то убил в итоге. Я как весел куплю, я ПКД буду Тимбера ломать. Я ему жить не дам. Но это довольно поздний релик, он вообще в лесу не фармил. Ну да. Дай подправлю тебе фигуру. Лежать. Ну да, здесь они сентрек сняли. Блин, ну сейчас я уже не смогу все споты переблокать. Я просто все деньги в никуда потрачу. Лучше я на артефакты буду сейчас тратить, чем на сентреки. Как бы это вообще в принципе не моя задача споты блокать. Это задача Тетчеса. Как бы занять лес, заблокать споты, все дела. Раз уж взял говновоза, как бы, ну попытайся его нормально реализовать. Все, Весел готов, я могу теперь пытаться химику убивать. Да, в принципе, этого парня тоже могу убить. Нихуя себе, он бессмертный. Такую маху чу устраивать. Где мой Весел? Очень долго летит. Ща. Папочки! Все, настало время убивать химика. Теперь в это мета Весела? Да нет, Весела я обычно всегда против химика покупал какого-нибудь. Вот это я понимаю, свежий воздух. Блин, умру походу. Ну да, здесь без шансов. Ну хотя бы я дал стрик Вичу, а не какого-нибудь химику или сларку. Надо гост вынести. На всякий случай. Сейчас сразу через дробаш сыграю. Весел дробаш там, чтобы максимально болючий дэмэдж был. Хорошо. А за него копейки платят. Реально копейки должны больше платить гораздо. Блин, у меня каска отлетела. А! Каска все запортачила, я мог сейчас еще и Вича убить. Ага, Лотарчик подъехал, понял вас. Ну если я сейчас прыгну из-под тяжка, снайпер его раздамажит, мы его убьем. Давай, ты можешь съесть же. Да? Их слишком много здесь. Мам, спасибо. Мне бы досты какие-нибудь еще завести, чтобы Сларку убить. Но это нужно прям хороший штамик подловить. Никакого Вича рядом нет. У меня гост есть против Вича, не страшно. Я все заранее продумал. Туда так туда. Ай-яй-яй. Он мог нас обоих убить. Девич. Блин, далеко ушел. Ну и плевать. Какой симпатичный фарш. Сижу с виртуальной машиной на телефоне, чтобы тебя смотреть и комментировать. Ни хрена себе ты заморочился. Вообще, в последнее время меня довольно часто узнавать стали на стримах. Раньше меня раз в 2-3 недели могли узнать. А сейчас чуть ли не каждый стрим. Это что, популярность приходит? Блин, химоза булка, его загрызть надо. В дорогу. А он умер. Такая мощь. Не вижу. Достов нету. Я хотел привести. У меня просто Huawei. Погоди, а что не так с Huawei? Как дробаш куплю, химик вообще проблема перестанет быть. Потом БКБ-ху покупается, и все остальные проблемы перестают быть в этой игре. Черт, он очень жирный. Там еще и Вич рядом. Плюс-минус соло я должен, может, его убить.
Сейчас. Если никакой ВИЧ не впишется неожиданно. А он рядом. Я бы сейчас прыгнул, попробовал, черт. Но там ВИЧ в лесу. Он сразу засейвит его. Шанс его разорвать сейчас крайне мал. Там Google сервисов нет? А. Самое время. Но он мог бы просто в сторонку отойти. А что, не убивается? А все. А домой. А до свидания. Потом поговорим. Что покупаешь против Абаддона? Да все как обычно. А что, против него какой-то особенный билд нужен? Моя бой. О, вижу цель. Скоро будет дробаш готов. У тебя... Да у нас щебулка! Сейчас, сейчас. Эй, в смысле ты в лесочек зашел? А ну вышел! В дорогу. А тут-то я! Думаю, всех перехитрит. Сейчас! Все, я готов. Где там эти ваши химики обитают? Ну конечно, конечно. Хукнул Рики. Тэчи суицидом забрал. Готовишься тут, дробаши покупаешь против химоса, а получаешь писюн, как обычно. Блин, химик, обнадёжь меня, иди сюда. О. Блин, химик, не иди сюда. Будет сделано. Ворвался. А вон где химоза. Сорвёшь, блядь! Пидор ебаный! А ничего, я сейчас загрызу, подожди. Все схвачено. Я буду кричать, как маленькая девочка, чтобы он взорвал. Во! Бугандон, а, блядь! БКБ-ху собрал, думает, ему поможет БКБ-ха против Паджа. Ха! Наивный. Так. А вот сейчас будут похороны мои. А не, сойдет, сойдет. Такая смерть меня устраивает, когда на троих тиммейтов поменяли, собственно, одного меня. Меня устраивает. За такое можно и сдохнуть. Что, на четверых? На четверых, вообще идеально. Можно было помирать. Вообще, когда я здесь хукал, я надеялся инвокера хукнуть, а не химика, потому что химик меня бы сразу похоронил. Привет, Квайп. Собственно, что и произошло. Химика хукнул, и считай, я похороны свои хукнул. Я давно не видел, чтобы покупали Каю Сашу на Тимбера. Обычно всегда Блудстоун берут. А тут Кай, опа. Ооо. Как-то у вас до хера. Да ну. Блинк не сработал. Я должен был на блинк сейчас нажать. Ну да. То ладно. Ну там еще Т2 так-то по бокам стоять. Это Т2 тоже надо поломать. Перед тем, как на хайграунд заходить. Как раз крипы рядом, чё бы нет. Опять один путь за всех отдувается. Сейчас какая-нибудь рыба с инвиза нападет. Опа-опа, на хайграунд быстро.
Рано. Тут еще одна закладка есть. Есть. Я спецом здесь оставался, чтобы химика накрыла. Мне БКБ-ха очень нужна. Я сейчас пойду БКБ-ху дофармливать, а только потом в драку буду возвращаться. Я вот потерял здоровье, пока танковал гребаную вышку. Рядом был этот, как его, Найсталкер, он тоже мог бы потанковать немножко. А то я все лицо потерял, пока танковал. Химик самый слабый герой в доте, даже с фармом. Химик может купить 6 слотов за 30 минут и еще добавок пару слотов тиммейтам дать. Химик — это герой именно темповый. Если ты ему темп задал, ты его хрен остановишь. Согласен, что химик слабый, сравни Джагу 6 слотов и химика. Так говорю, сила химика в темпе. Если ты ему темп задать, его невозможно будет остановить. Там рашан заберем. Там нахуй закончим к хуям. Туда так туда. А мы сможем его забрать? Из меня танк такой себе. А, ну у снайпера рядом нету, лол. В инвизе. С линкой. Хитрый какой, ля. Ась, здорово. Спасибо огромное за трек, Адриан. Рики там пытается. Величайший подлительности рэп про Наруто. Ветер молниеносный, словно тень. Покуда огонь в его сердце, земля не уйдет из-под ног, он как в воду бьет 702 боли. По тайных историй, что рассказывали обо мне. Все, Макдор отключен. Не вдох со всеми, хотел жить, как все другие. Но судьба нет на колени, ставит раны синяки. Не тянет, не ударит, слева, право, север, юг. Кларк после байбека сдал. Здравствуйте, мужики. Знаете, я у вас прямо так, ну, в глазах. Кого-нибудь сажу, может, мои тиммейты драку начну. Чисто на морозе зашел под 4-4. Блин, снайпер похоронил, лол. Парни, я устал ждать просто, пока драка начнется, извиняйте. Тут ты, блин, опять обосрался. Не, ну все. Меня в этой игре не остановить. Даня. Там, кстати, бэкдора нету, если что, устроение. Я отключил крипом. Можно пушить без крипов. Да можешь просто шапнель шмакнуть и бахать. Кто-то подойдет, я его шотну за пару секунд. Такой за пару, за секунду шотну. Он даже моргнуть не успеет, как он сдохнет. Просто не хочу пока под вышки прыгать, там уже могут разбить меня, все дела. Спаш в бану. И тебя накроем. Ай-яй-яй. На похороны похоже. Так, итого, мы снесли одну сторону и потеряли снайпера и поджа. Но еще один заход мы закончим. У меня сейчас суммарный урон в районе 5000. Никто из этой команды вражеской этот урон не выдержит. Что за анимешники в чате у меня? На антикрипе сыграй. Наруто залетел, теперь Гуль залетел.
Интересно, что подумает химик, когда я на него ворвусь и сажу за 2 секунды? Чистые мысли о подже. Чё, как дела? Я там слышал, у химика 3 хп было, да? А ты чё тут забыл? До свидания! Хочешь доломать это барак? Да блин! Да тычка, ну! Не дали барак доломать, сволочи!